Всем привет! В этом выпуске поговорим о старом производителе автомобилей Auto Union. Этот завод появился официально в 1932 году. Это был не один завод, а сборная заводов с Audi, DKV, Horch и Wanderer. Все эти марки занимали ниши от недорогих автомобилей до премиум класса. В настоящее время компания Audi как самостоятельное подразделение Volkswagen. Логотип из четырех колец до сих пор является автомобильной маркой, но уже используемой компанией Audi. Первым результатом совместной работы стала представленная в 1933 году на берлинском автосалоне переднеприводная серия Audi Front с шестицилиндровым верхнеклапанным двигателем Wanderer объемом 2257 сантиметров кубических, за которым последовал заднеприводный Audi 920 с шестицилиндровым мотором Horch объемом 3281 кубический сантиметр. С 1938 года концерн Auto Union начал проводить регулярные специальные тесты, в том числе краш-тесты и регулируемые аварии. По проведению автомобилей в авариях начал тем самым эру работы о безопасности автомобиля. Будучи разработчиком и поставщиком армейской техники с середины 1930-х годов, в мае 1940 года Auto Union прекращает выпуск гражданской техники, полностью перейдя на обслуживание нужд армии Германии. В 1945 году по распоряжению советского военного коменданта в Германии заводы Auto Union в Саксонии были демонтированы. Комментируйте видео, делитесь впечатлениями, подписывайтесь на канал и до новых выпусков, друзья. Пока!